Нарочно? Что ли хотите, чтобы я весь голодный остался? Убирайтесь сейчас же обратно в ларец. В преддверии Дня России в киноконцертном зале «Чермен» состоялся показ советских мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» для детей дошкольно-образовательных учреждений республики. Показ был осуществлен в рамках проходимого в нашей республике фестиваля «Хрустальный источник» от Русского дома, который включает в себя ряд мероприятий. Мероприятие было организовано представительством Россотрудничества при поддержке Министерства культуры Южной Осетии. Как тепло в этом зале! Почему, как вы думаете? Светло, тепло, хорошо, потому что вы все улыбаетесь. Самые добрые, самые хорошие, самые внимательные дети, которые есть на свете, самые красивые – это вы. Я хочу сказать вам, что все, что сделается сегодня здесь, и мультики, и фильмы, и вот улыбки, и пожелания – это все благодаря вот двум моим друзьям, которые стоят на сцене. Спасибо, спасибо, умницы мои! Перед детьми выступил президент кинофестиваля «Хрустальный источник», заслуженный артист России и Южной Осетии Эвклид Кюрдидис. Я завидую вам, потому что вы сейчас будете смотреть такие мультфильмы. Вы сейчас будете смотреть мультфильмы, которые смотрел когда-то я, будучи таким же маленьким, как вы. И я испытываю такое удовольствие и на сегодняшний момент, когда взрослым смотрю эти мультфильмы, потому что немножко завидую и воспитателям, которые сегодня будут смотреть эти мультфильмы, которые мы привезли вам из города Москва. Я вас всех обнимаю и хочу сказать огромное спасибо за гостеприимство Южной Осетии, за гостеприимство Цхинвала. Я хочу сказать, что четвертый раз приезжая сюда, Жанна Виссарионовна, низкий вам поклон. Вот это такое удовольствие, я уже приезжаю как практически к родным людям домой к себе. Какой ребенок не любит смотреть мультфильмы? Сегодня жизнь ребят сложно представить без них. Милые, очаровательные, смешные, веселые, добрые, поучительные герои мультфильмов. Их любят не только дети, но и взрослые. У ребят была возможность посмотреть такие мультики, как «Винни-Пух», «Кот Леопольд», «Вовка в 39-м царстве» и другие. Ребята получили приятные эмоции и отличные впечатления. Мы сегодня были на кино и смотрели мультики, очень веселые. Про Винни-Пуха, еще про зайчика, который был один на рождении, и хотела ежику ему цветы подарить. Мы сегодня пришли смотреть мультики. Мне больше всего понравился «Кот Леопольд» и «Вова в 39-м царстве». Я эти мультики еще и дома смотрел. Одинаково они были. «Маха Бунфета», «Винни-Пух», «Кот Леопольд». «Мазар Дамаджа», «Тенктар Фашиди», «Кот Леопольд». «Витхайма», «Кот Леопольд» и «Тенк Добрый». Стелла Бязарова, Фатима Чочиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.